Появилась необходимость почистить голову цилиндра газонокосилки от нагара. Нагар был очень большой, и всякими подсолнечными средствами это не получалось сделать. Было сделано такое вот приспособление, щетка такая, которая хорошо справилась с этой работой. Вот. Можно было там всякие бронзовые щетки, набор машину, там на дрель, все остальное, но их просто не было в наличии. Вот. Сделалась она, вот она так выглядит. Был обрезан шланг, подводящий воду к смесителю. Резинка чуть больше подрезана, чтобы выпускались больше. Вот такой шланг, подводящий, одна часть его. Вот. Эта часть хорошо подходит, шуруповерт зажимается и делает свою работу. Главное, в какую сторону идет плетение, и в ту сторону включить, чтобы крутился шуруповерт. И тогда она не будет расплетаться и будет работать.